Ну, со стороны тут уже этот скандал, наверное, уже еще до меня начался, правильно? Да, мы только вот сказали, другой кинул. Да, и очень много заявлений было с обеих сторон друг на друга. В принципе, там сколько у нас? Около 4-этажных домов стоит, да? Да. 4. 4-этажных дома, ну и вот, в общем, жители, вот депутат, вот жители. Жили там до этого спокойно, без проблем все было, насколько я слышал и знаю. Ну и с появлением новых жильцов начались склоки, скандалы. Там, конечно, нарушается какую-то часть законодательства по питьевой воде, но исходя из того, что ирригационная сеть, она запущена, вы сами, наверное, проехали, увидели. И до момента, пока не восстановим ирригационную систему, не в ущерб питьевой воде, в принципе, давали разрешение так, вечерами поливать. Так как людям тоже надо как-то выживать, в основном живут пенсионеры, бабушки. Вот, и сам по себе знаю, что с детских пор я видел, как на палисадниках, кто цветы выращивает, правильно? Кто-то там пару кустов помидоров. Проблема вся в этом только. А со стороны властей что предпринимается? Какие действия? Ну, со стороны властей в основном все заявления находятся в РУВД. Это надо к ним, наверное, обратиться. Они более в полной мере ответят.